Танки моря не боятся. Уральские военные отрабатывают преодоление водных преград на боевых машинах. Работают под водой и на плаву. Учения проходят на вододроме окружного учебного центра Центрального военного округа. Экипажи танков Т-72 и боевые машины пехоты проходят легководолазную подготовку. Для этого танкисты должны уметь использовать изолирующие противогазы в случае экстренного покидания бронетехники под водой. В задачах также преодоление озера глубиной 4 метра и протяженностью больше 60 метров.